Нижний Тагил включен в национальный проект «Экология». В нем 11 подразделов, в том числе «Чистая страна», комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, инфраструктура для обращения с отходами первого-второго классов опасности, чистый воздух, чистая вода, сохранение уникальных водных объектов, сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, сохранение лесов и внедрение наилучших доступных технологий. В период с 2018 по 2024 годы планируется снизить до нуля количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В их число входит и Нижний Тагил, а также Новокузнецк, Чита, Братск, Красноярск, Челябинск, Магнитогорск и Норильск. На исполнение нас проекта планируется потратить 4 триллиона 41 миллиард рублей, сообщает ТАСС.